Звучит фрагмент полифонической мессы, написанной до 1365 года автор, французский композитор и поэт Гийом де Машо. Это один из шедевров средневековой богослужебной музыки. Первая авторская месса, написанная одним композитором на богослужебный текст. Эта месса – история Франции. Собор Парижской Богоматери – это тоже история Франции. 15 апреля 2019 года случилась большая беда – пожар, который бушевал долго. Со времени закладки собора в 1163 году собор не раз подвергался и поруганию, и частичным разрушениям, но этот пожар можно назвать катастрофой. К счастью, удалось спасти некоторые реликвии, которые хранились в соборе, и главную – терновый венец Христа. Но в целом огонь был беспощаден. Рухнул почти 100-метровый шпиль, погиб великолепный уникальный орган, пострадали уникальные витражи. Готической архитектуре предшествовала романская эпоха. Стены храмов в то время были толстые, и потому окна были совсем небольшие. В XII веке придумали каркасную основу, состоящую из колонн, стрельчатых арок. Тогда уже стены не служили опорой, и пространство между каркасом стали заполнять витражными окнами. Витражи – это сюжетные картины из цветного стекла. Их раньше называли «Библией для неграмотных». Особенно красивы так называемые западная роза, южная роза, северная роза. Говорят, что именно северная роза пострадала менее всего. Будем надеяться на реставраторов. Этот видеосюжет не экскурсия по собору, не рассказ о его истории, архитектуре. Я хочу предложить вам фрагмент мессы, которая служилась 9 мая 2013 года в Нотр-Дам. Не думала, что мои фото и видеофрагменты когда-нибудь станут историческими документами, повествующими об утраченном. Commencement du livre des Actes des Apôtres.